очень рада, что практические подходы к решению этих сложных задач вашего коллектива, коллектива вашей медико-санитарной части и в Магнитогорске, они совпадают. Мы очень хотим, чтобы наши металлурги, наше население были здоровы. Мы очень хотим оказывать высококачественную медицинскую помощь. И очень стараемся. Мы очень любим свои коллективы. Мы благодарны своим металлургам, что помогают, реализовывают медицинские программы финансово, административно, материально помогают, организационно. Точно так же я увидела, что металлурги Череповецкого комбината точно так же заботятся о своих работниках, точно так же инвестируют в здоровье металлургов, выделяют средства на содержание медсанчасти. В Магнитогорске достаточно хорошо развита сеть по специализированным центрам. Есть у них и центр женского здоровья, и геронтологический центр. Это центр по работе с пожилыми пациентами. Центр мужского здоровья тоже есть, УРА. Центр. Здесь у нас на нашей базе мы не выделяем это в отдельные центры, но в то же самое время мы работаем по этим направлениям. Но у коллег эта работа, наверное, носит такой более системный и целенаправленный характер, что для нас тоже интересно с точки зрения расстановки приоритетов. У нас в медсанчасти собственная стоматологическая служба существует уже достаточно давно. Сеть стоматологических кабинетов присутствует и на промышленной площадке, что делает этот вид помощи очень доступным для металлургов. И состояние здоровья зубов, оно на самом деле влияет не только на заболевания полости рта, да, но и на заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому традиционно в Череповце здесь уделяют этому большое внимание. И вот стоматология своя, это действительно то, чем мы в Череповце здесь гордимся. Мы можем похвастаться теми высокими технологиями и самыми лучшими методиками лечения, которые мы имеем. Мы не отстаем от самых современных лечебных учреждений, поэтому у нас есть чем гордиться. И мы видим, что не мы одни такие, наши коллеги из Магнитогорска, также высокоразвитые, высокотехнологичные медицинские учреждения,